Йоу, ребята, сегодня я вам расскажу 100 интересных фактов про нового участника команды А4 Марка. Думаю, всем стало понятно, что Марк достаточно популярный человек. Когда-то он был простым мальчиком 2003 года рождения. По восточному календарю Марк – коза. Не зря его сравнивали со смешной козой. А по знаку зодиака – рыбы. Ведь день рождения празднуют 25 февраля. О семье парня известно немного. Много, но я точно знаю, что у Марка есть старший брат, который сейчас тоже, как и Марк, живет в Москве. Отмечу, что Марк жил в большом частном доме, и у него был кот. А вот как выглядит отец Марка. Я узнал, что Геннадий Чумаченко, отец Марка, предприниматель. А вот мама Марка. Как же много можно узнать из страницы родителей в Одноклассниках. Ставь лайк, если твои родители тоже постят себе твои неудачные фотки.